Татьяна Смирнова.
в заключение программы нашего концерта прозвучит сочинение Татьяны Смирновой. Венок сон этот, посвящающийся памяти Адама Мицкевича и Фридриха Шопена. Сочинение 1995 года. Исполняет автор Татьяна Смирнова. Thank you.
Еще одно авторское сочинение Татьяны Смирновой. Фотопианный цикл «Суздаль». Thank you.
8 июня. Это вечерние концерты здесь, в этом зале. 1 числа у нас выступают два замечательных композитора Агафонников и Агажанов по отделению, а 8 числа гала-концерт всех участников, в том числе и Татьяны Смирновой. Мы приглашаем всех вас и надеемся, что этот концерт также доставит вам большое удовольствие. Спасибо, наш концерт окончен. До свидания. Сергей Прокофьев. 4 мимолетности. Татьяна Смирнова. Суздаль. Цикл пьес. Сочинение 13. Исполняет Татьяна Смирнова.